one to pick. Добрый вечер всем еще раз. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. При поддержке Team Empire мы начинаем трансляцию матча между командой Na'Vi и командой Empire. Что, собственно, включено в наш восьмой выпуск RTRTI. Для всех, кто недавно подключился, еще раз объясню. Это прошлый International, на базе которых мы разбираем меты прошлого, разбираем тактики прошлого и пытаемся сравнить их с современной ситуацией в Доте. Таким вот образом анализируем, учимся, пытаемся понять, где сильные стороны, где слабые стороны прошлых мет, что изменилось и в какую сторону, в худшую или все-таки в лучшую, поменялось все в игре команд. В данном случае нас интересует Empire, это Empire Day, выпуск второй. Мы уже посмотрели матч команды Empire против Клаудов, команду Empire против Na'Vi US. С маузами небольшая проблема там случилась. Ну, Empire раскатали быстренько за 20 минут своих оппонентов, как и с Na'Vi US. Там была ситуация такая же. И на данный момент мы смотрим последний на сегодняшний день матч. Матч завершающий. Матч мы против команды Na'Vi. Empire, Na'Vi, ну прям дерби-дербишка. Такое дерби, что будь оно в прямом эфире, понятное дело, что максимальное было бы внимание к нему привлечено. Ну, это дерби СНГ, хорошее СНГ дерби, случилось еще в 2014 году, понятное дело, что знать никто не знает, что сейчас вот здесь оно ретранслируется, поэтому, конечно, разбираем только в рамках нашей программы данный матч. Na'Vi забирают себе Nature's Prophet, забирают себе Ancient Operation, берут себе Brewmaster и Skyros Mago. Na'Vi еще в том составе: Пупей, Хвост, Дэнди, Куроки и Фанник. У команды Empire тоже состав отличается от современного. Ванскора никакого нет, есть Алоха Дэнс, и Мага тоже нет, есть Йоку. Тогда Маг был капитаном, капитаном оффлейнером. Резолюшн сейчас у нас во главе Team Empire на поле боя. Вот, Резолюшн по-прежнему в составе, как и тогда, так и сейчас. Флай тоже и Сайлент тоже. В общем-то, преданные игроки своему коллективу, да и коллектив во многом на них держится. Команда Na'Vi забирает себе Джаггернаута последним пятым пиком. И у Team Empire есть лишь Рак, есть Vengeful Spirit, есть Tidehunter и есть Doom. В принципе, плотный такой состав. Tidehunter всех цепляет, лишь Рак кого может поддамажить, поддамажит. Doom от Silent'а должен перефармливать всех, но попробуй здесь переформи Nature's Prophet. Это же просто невозможно. Brewmaster, как я понимаю, будет для Дэнди. Nature's Prophet, скорее всего, Фаник сложная. Джаггернаут — это Хвост. Skyros Mag — это, мне кажется, Кура. И Ancient Operation — это Пупей. Ну, мое видение такое. Тут Silent, скорее всего, заберет себе Doom. Tidehunter будет для Мага или Шрак. Будет у нас саппортом, скорее всего, для Ванскора. Vengeful Spirit — это Always on a Fly. И нет еще героя для Резолюшна. Вот, собственно, и он. Шторм Спирит для Резолюшна. Стоять в мидлейне придется Дэнди против Шторм Спирита. Резолюшн выбрал неплохого героя. Один из детей Брюмастера. Шторм Спирит, электрический дух панды. Ну, тут сражение, по идее, должно быть в пользу Шторма. Все-таки это и рейндж-атаки, и это пассивка, которая дамажит очень плотно, без особых затрат для того же Шторм Спирита, у которого по мане, в принципе, даже на ранних левелах не особые проблемы. Always on a Fly забирает себе Лишрака. Ванскор будет играть на Vengeful Spirit. Silent — это Doom. Tidehunter — это Маг. Со стороны команды Na'Vi Фаник будет играть на Nature's Prophet, Хвост — Джаггернаут, Пупей берет себе Ancient Operation, Дэнди — Брюмастер, и Кура будет играть на Skyros Mag. Здесь, в принципе, без каких-то нововведений, все как предполагалось. Команда Na'Vi находится у нас на стороне команды Dire, то есть Роха ближе к ним, а это 2014 год, Роха и правда ближе к ним, и заходить удобней через собственный секрет-шоп. Тут вообще для стороны Dire все великолепно. Правда, до Ancient'ов далековато, Ancient'ы больше оффлейнеру подходят. Здесь же ситуация поинтереснее благодаря крипам, которые размещаются еще здесь. Тогда сторона Dire была и правда выигрышной, сейчас все поменялось. Сейчас Ancient'ы, я думаю, вы в курсе, переместились у нас вот сюда. А Рошан у нас примерно вот здесь находится. Ну, а здесь уже леса, деревья, проходы. Все образца 2014 года, поэтому
Не сильно удивляйтесь, матч оттуда. Поэтому и Dota, соответственно, тоже оттуда до 6.84. Ну, команда Na'Vi уже во вражеском лесу, уже они стараются здесь поднапрячь Team Empire. Хвост видит Ванскора. Ванскора есть стан, ну так, Джаггер. Пропилил немножко Вингу в ответ. Винга в ответ плюнула и разошлись по-своему. Руны тогда появлялись с одной из сторон, поэтому здесь... Во-первых, надо бороться, во-вторых, надо угадывать. Короче говоря, ты можешь всем составом плотненьким стать и не рассчитать, и руну заберет какой-нибудь один-единственный очепенец, который от общего количества игроков отбился и спокойненько себе забрал руну. Правда, там рун баунти не было, тут выпадали такие руны, которые хоть что-то, но дают помимо денег и экспириенса. А на ранних левелах они не самые полезные. ДД, не ДД, там, регенерейшн или иллюзии, все это, в принципе, не очень важно. Поэтому сейчас, конечно, с баунти руной повыигрышней все ситуации смотрятся. Для мидеров прям вообще великолепно, половину левела сразу забираешь. А если ты забрал руну, а твой соперник-мидер не забрал руну с другой стороны, то уже, в общем-то, ты в выигрышной ситуации находишься. Ну что, команда Na'Vi по расстановке лайна. Фаник отправился в легкую тогда на Nature's Prophet. Против него стоит маг на Nature's Prophet, на Tidehunter. В принципе, для мага, вообще не конкретно для мага, для Tidehunter достаточно удобная ситуация. Фаник на Nature's Prophet, по идее, не сильно пробивает Tidehunter. А Tidehunter через Anchor Smash фармит не только основных крипов и самого Фуриона, но еще и Энтов, в принципе, ему в пользу. Деньги должны нормально идти магу. По идее, ранние левелы, ранний дагер может появиться. Может. Silent в это время фармит лес. Кстати, достаточно интересное, не вполне мне понятное, но чтобы я еще в доте понимал. Решение поставить керри в лес. В принципе, наверное, боялись задумав. Все-таки здесь комбинация плотная. Пупей приморозил, Кура подсловил и хвост через Blade Fury на ранних левелах Сайлента наказали бы. Посмотрите на количество дефа Сайлента, оно равняется нулю. Дум этим и плох в начале игры. И без артефактов будучи. Поэтому Сайлента решили обезопасить, хотя бы какой-то левелок поднять в лесу. А дальше уже выходи. Когда появляется Scorched Earth, можно и убегать, в принципе, Сайленту. Ну, тапок тут, по-моему, чуть ли не первым артефактом надо на Дума, чтобы его не цепляли. Посмотрим. Hand of Midas, скорее всего, у нас Думе появится. Сайлент, в общем-то, без него не обходится. У Дума сильная сторона — это фарм. Почему бы ее не усилить еще больше? И резолюшн на мидлейне стоял со счетом 14-2, у Дэнди 11-1. Резолюшн здесь немножко поувереннее, но я уже говорил. Тут, во-первых, рейндж, во-вторых, пассивка. Дэнди по мане очень плотно проседает, если приходится топать. Поэтому не так-то и просто харасить здесь того же резолюшна на Шторм Спирит. А резолюшну не проблема харасить Дэнди вообще. Ну так Дэнди ничего, так натопал ножкой у нас по резолюшну. Резолюшн половину хп потерял. Боттл уже гуляет у резолюшна, уже в курьере летает. Курьер не апнутый, поэтому Боттл еле-еле, 210 мув спид у нас древнего дракона, теперь 300. Боттл пополнился, курьер стал поживее немножко. Как-то лицом даже повыразительнее стал у нас курьер. Играть. Маг за фаником. Пока что у нас без ФБ. Ни одна команда на другую не прыгает, никто никуда не вырывается, ну, просто фармят. Что фармят, давайте смотреть, как фармят. Na'Vi фармят немножко получше, 150 голды в плюсе они, а по экспириенсу команда Empire в плюсе. Ну все, потому что Silent у нас отходил в лесок, там подфармливал, и какой-никакой опыт Always on a Fly получал. Тут же саппорты стоят на линии постоянно с хвостом, а иногда вообще стоят сзади, чтобы не забирать экспу у своего мейн-керри. Хвоста 12 на 5, у Silent 15 на 1, ситуация для него по комфорту. Но здесь два прямых стана. Не прямых, конечно, прямую Vengeful Spirit, но Always on a Fly сложно, наверное, с плитосом промазать, когда от Вингит стоит уже в стане кто-то из игроков команды Na'Vi. Тут поэтому Na'Vi не подходят. Особенно хилые ребята, тот же Skyrus Mag или тот же Ancient Operation с 530 хп, ему вообще подходить просто запрещено. Джаггер от хвоста тоже без плюсов. Два Blade Fury, один Healing Ward на третьем левеле, плюсы не качал.
Сейчас джаггеры чуть-чуть иначе раскачиваются. В один Blade Fury, в один Killing Ward, в один Blade Dance, в один Omni Slash. Все остальное в плюсы, да черт знает какого левела. Потому что сам по себе, ну, плотненько проседает Джаггернаут, ХП у него нет, это не его сильная сторона. Ну, тут хвост как-то пренебрег данным вопросом и остался с прокачанными скиллами. Radiant's middle tower is under attack. Фаник на сложной линии 27 на 15. Первое место по фарму Дэнди разве что опережает его. У Дэнди 29 на 9, и он перефармливает резолюшена. Ну, здесь минус безусловный для команды Empire, потому что мид выигрывается. Тогда еще как бы резолюшен сейчас как такой солидный опытный игрок. С каждым годом, если назад отматывать, резолюшен был все более опытен. То есть игрок молодой, Дэнди уже побольше к тому времени в доте провел. Ну и ФБ забирает команда Na'Vi. Primal Split от Dendy просто так подпушит Тавр. Кстати, Тавр, по идее, команда Na'Vi может и забрать. Машинка здесь, крипы здесь. Ну, скорее всего, Тавр заберут. Тут Na'Vi прям по голде поднялись, так поднялись. Команда Empire со старта, с места в карьер, начала отдавать деньги своим оппонентам. Смогут ли заденайт? Сейчас узнаем. Брюмастер забирает у нас Тавр. Ну и отменяют ТП-шку. Потому что здесь Кура, здесь Пупей. Через элементарный клэп Брюмастера можно было бы и развалить того, кто сюда летит. Сайлент тем временем 27 на 7. Третье место уступает Фуриону, уступает Дэнди. Ну и неудивительно, что по фарму команда Na'Vi впереди. 6 минут прошло, 3000 голды Na'Vi. Ну многовато, 500 голды перефарма в минуту. Это прям совсем хорошо себя чувствует команда Natus Vincer. Давайте нетворд смотреть. Первое место Дэнди. 3600 на его счету. Так, поймали у нас хвоста. Хвоста не получается разобрать через Blade Fury хвостовый. Поэтому оставили его в покое. 3000 по голде Фаник. Второе место. 2750 Silent и Resolution 2150. Ну и, в принципе, Silent уже какие-никакие деньги заимел. Здесь есть фейсбуцы, Na'Vi Dust собирает. Далековато, конечно, еще Silent'у, но на 7-й минуте, в общем-то, тайминг неплохой. Мог бы быть Na'Vi Dust, если бы сейчас он летел. Да и Silent мог бы себе позволить перевести Na'Vi Dust, но он вместо этого покупает себе фейсбуцы. Ситуация такая, что на линии стоять приходится на нервишках. Вдруг выйдет на Сайлента через тот же Скотч Терс, через фейсбуцы, он-то легко уходит. Если всего этого нет, то Сайлент, бедняжка, огреб бы 100%. Резолюшн. Седьмой левел у него есть. Ловят резолюшн очень быстро. Дэнди с даггером. И реализация даггера просто мгновенно. Пошел Сайлент от Скайра с мага. И Дэнди вообще не проблема была развалить резолюшн. Еще и Пупи здесь был недалеко, помог. Ну и фраг забирает в итоге у нас Куро. Куро идет со счетом 2-0. Команда Empire тут по всем фронтам почему-то стала уступать команде Natus Vincer. Как-то со старта просто сливаются. 3000 голды уже отдали. По экспириенсу тоже полторушка в пользу команды Na'Vi Empire. Здесь, конечно, по линиям в минус уходит. Меня хвост еще интересует на фоне Silent. Ну, Silent тут хвоста перефармливает. Было бы удивительно, если бы Silent, стоя на легкой линии с имеющимся девауром третьего левела, еще бы проигрывал соло оффлейн Джаггернаут. Это, конечно, был бы полнейший перебор. Джаггер без артефактов. В принципе, есть базилка. У хвоста есть тапок. Пурман Шилд. Ну, это все мелочи. В принципе, хвост по фарму, думаю, уступает. Это видно и по грани. Ну и хвост просто делает тэп-аут, как я понимаю, против Ванскора. И Ванскор отсюда улетает. Вдвоем разошлись, решили не драться. Нормально. Два мастера встретились, посмотрели друг на друга и разошлись.
Фейсбуцы появляются для Джаггера. А это уже неплохие криты, когда хвост их вкачает. Ну, пока что не время. Хвост у нас Blade Fury в 3, Healing Ward и Omni Slash. Стоило всего хвоста, один плюсик себе где-то тут качнул. Ну и хвост с Omni Slash. В принципе, напрыгает на Сайлента и съедает. Так и есть. Вообще не проблема для хвоста было в соло разобрать Doom. Ну, Doom сам по себе дохлый, у него один деф. И это Omni Slash, это Джаггернаут, который просто летает физухой. Дамажит, конечно, очень проблематичен. Ульта пошла у нас от Ancient Operation. Ульта ворвется просто роскошная. Не по кому вообще. Ну и Кура здесь лоу-хпшный под Мистик Флэром. Никто вообще из команды Empire не прошел. Always on a Fly, как я понимаю, здесь свалился. Да, Always on a Fly здесь и умер. Лоу-хпшная Венгаза ванскором так и не погнался. Дэнди. Там либо ванскор, либо Дэнди. Прыгнул бы, убил ванскор и умер бы сам. Уже пришлось просто отступать команде Нави. В итоге Vengeful Spirit не забрали. Размен случился, по-моему, 2 в 1 в пользу команды Нави. Ну и по голде Нави продолжают лидировать 4000, ну и по экспириенсу более 3. Тоже для Natus Win. Еще и подарок Tower на нижнем лайне. Команда Empire тут смотрится не. Ну и просто сравнивая тенденцию 2015 года с 2014. Я думаю, вы прекрасно знаете, в какой форме сейчас команда Empire. Вот, и через какие тернии пришлось пробираться команде Нави. Фаник, где-то у нас на опережение, на резолюшн. Фаник вообще не туда влетел. Фаника развалили, правда, подстопили немножко игроков команды Empire. Тут уже и хвост может подновать. Дэнди прыгает, клэпает. Дэнди вообще бесстрашный. Флай ловит Куро. В итоге Флая самого поймали. Один в один размен, шот 2-6. Резолюшн дальше за Дэнди. У Дэнди нет праймал сплита. Ну и ульта пошла от мага. По идее, Дэнди здесь заберет. Да, Дэнди забирает. Дэнди клэпнул перед смертью, Резолюшн еще нормально навалял. В итоге 3 в 0, кстати, тут Эмпайр нормально так наполучали ванскор. По идее сливается, как я понимаю. Нет, ванскор выживает, Резолюшн тем более выживает. Так вот, закончу мысль. В 2015 году, именно тогда, когда, собственно, мы смотрим с вами, 12 июля 2015-го, команда Эмпайр не нуждалась в каких-то квалификациях. Команда Empire к этому моменту чуть ли не в оптимальной форме находится и доказала, что она на International заслуженно едет. Команда Na'Vi тоже заслужила полет на International, но ей пришлось для этого хорошенько так попотеть в эти европейские квалификации. Говорит о том, что состояние команды Empire и место конкретно в рейтинге в той же компании Valve гораздо выше. И не просто так, команда Empire в последнее время повыигрывала много хороших турниров. Она же Роллс Старе призовые, MLG Pro League выигран, то есть хорошие призовые, топ общемировых команд. Конечно, тут не, собственно, неудивительно, что команда Empire едет напрямую на Инт 5, а Na'Vi пришлось драться за это место. В итоге Na'Vi, тогда, конечно, Na'Vi были посерьезней, просто потому что Empire были слабее, чем сейчас. Мне кажется, вообще Na'Vi на четвертом интернешнле не сказать, чтобы что-то серьезное показывали. Но Empire вообще несерьезные вещи показывала. Из 15 матчей, сыгранных на четвертом инте, Empire выиграли всего лишь 6. То есть показатель совсем не чемпионский. Na'Vi тоже там не особо далеко ушли, но хотя бы ушли. Empire заняли в итоге этого интернешнала 12 место, а команда Na'Vi попала в восьмерку, заняла 7-8. Radiant's top tower is under attack. Давайте модный приговор устроим. Посмотрим, что за шмотки у одного коллектива и у второго. Nature's Prophet уже собрал себе Oblivion Staff. Есть фейсбуцы, есть ноут талисман для Фаника. Есть Midas. В принципе, достаточно быстро должны теперь начать появляться артефакты. Да и сам по себе Фурион очень плотно фармит. Скарис Маг у нас от Кура с Аркан Бутсами. У него есть Турнов Шадо, но у него 2 килла. Если не ошибаюсь, ФБ тоже себе Кура забрал.
пульта аппарата вниз на Сайлента. Сайлент поймал у аппарата. Брю разваливает у нас Сайлента. Сам Брюмастер уже с даггером. У него уже есть поинтбустер. 1100 по голде на руках. Но через две, меньше чем через две, появится огонь. Хвост через Омни Слэш. Очень быстро справляется у нас с Always Wanna Fly. Ну, здесь команда Na'Vi просто давит. По классике, Na'Vi дави. Пошли давить. У самого Джаггернаут уже есть фейсбуцы, есть Драма Фендер, Свинг оф Базилус. Кстати, на дэмэдж-то у хвоста ничего нет. Тапок на дэмэдж, ну, это несерьезно. Пока что хвост ничего себе особенного не приобретал. У Фаника уже два Обливиан Стафа, очень скоро появится Оркет. Ну и Ancient Operation уже собрал себе хедреску Пупей. У Пупея есть Баклер, аппарат, который может себе позволить Меку до 20 минуты. Да это прям вообще тут золотой аппарат. По идее, этот парень с одним тапком бегает до конца игры и счастлив, что этот тапок ему удалось где-то у кого-то украсть. Со стороны команды Empire, Silent с Мекой, Silent с Мидасом и Фейс Бутсами. Должен жить, потому что за него сейчас, в принципе, решают его скиллы. Венгал у нас без урнов Shadows, проблемы, здесь проблемы тоже не очень хорошие. Есть тапок, есть брасер и все. У мага нет до сих пор даггера. Маг, это у нас давать реведж, как я понимаю. Ну не по кому давать реведж. Маг у нас дает реведж, забирает в итоге Скайрес мага. Маг отваливается, хвост. Свапывает его, хвоста нет, он не слэша, хвоста забирают. Два байбека от команды Na'Vi, пока что размен 3 в 1. Резолюшн без МП. Забирает у нас Doom, Aegu. И Doom сразу же забирает еще и Nature's Profit. В итоге у нас Silent с Aegu и Silent. Трипл килл делает в этом файте. На хвоста напали. Кстати, тут Empire-то могут неплохо подняться. Нет, Empire уже троих потеряли. Сейчас Silent распилят, я думаю. Ванскор уже не жилец. Ванскор отправляется, скорее всего, в таверну. Урн оф Шадоус на нем. Еще пару ударов. Ванскор лоу хпшный. Silent отсюда уходит. Все, Silent единственный, кто ушел сам и унес с собой Aegu и приобретает себе Drum of Endurance. Ну, возвращаясь к мысли о том, что... о том, что Doom у нас сейчас за счет скиллов решает... Вот, пожалуйста, в доказательство Drum of Endurance, который Doom, в принципе-то, дэмэджа толком не дает, дает ему статы. Статы нужны, чтобы дольше жить, чтобы дольше раскастовать, чтобы больше продамажить. Туда же Мека, конечно же, туда же фейсбуцы, чтобы просто бегать и жечь. И пока что Silent неплохо жжет так. По голде команда Na'Vi с 7000 спустилась до 3500. По экспириенсу Empire вышли вперед почти на 1000. Опережают украинский коллектив Na'Vi. Ну и пошел смок от команды Empire. Но куда врываться, главное, кому врываться. У Silent'а нет даггера. Silent, в принципе, если хвоста поджечь, могут и развалить. Хвоста надо для этого увидеть. Resolution видит у нас хвоста. Silent пошел, Doom у нас в хвоста. Хвост, в принципе, здесь должен отъезжать. Primal Split от Dendy просто моментальный. Поднимают ветра. Здесь стоит Hunter. Ravage еще 12 секунд не будет у мага, когда он сядет. Даже целых 15, а это очень долго для замеса. Еще раз поднимают ветра. Стоит Hunter. Там так не любит у нас Тайда. Маг постоянно летает. Бедняжка. Пока что размен 1 в 1. Лоу хпшный Silent. Теряет в итоге Aegis. Лоу хпшный Always Wanna Fly. Fly в таверну. У мага появляется Ravage. А вот давать его уже не в кого. Просто-напросто не в кого давать. И дамажит непонятно чем. Ульта аппарата пошла в Silent. Дэнди, в принципе, сейчас развалит просто-напросто Дума. Лоу хпшный Дум, ванскор, Ravage. Будешь ли юзать маг? Нет, маг просто уходит. Минус 4 делает Na'Vi. Маг просто делает ТПАУ. Ну, печальная ситуация для команды Empire. Они тут по голде, я думаю, потеряли 1000-2-3. По экспириенсу тоже где-то 1003, наверное, для них. Не могу, к сожалению, показать вам Fight Recap. Он, еще раз повторюсь, ничего не говорит. Потому что у нас сейчас 2015, мы смотрим матч 2014 года. International под номером 4 в нашей рубрике Retro International. Ну и следим за командой Empire. Так получилось, что Empire у нас против Na'Vi сражаются. Матч, конечно, эпичнейший для всего СНГ-комьюнити. Для мира на тот момент он вообще ничего не значил.
Потому что Empire не алё были тогда, Na'Vi тоже не алё были на этом International, но для нас почему бы нет? Тут противостояние любимых коллективов, поэтому... Поэтому, конечно, и сейчас, даже спустя год, это достаточно интересно, вот мне так точно. У Шторма, вот резолюшн, уже есть Ogre Club, у него, в принципе-то, до БКБ 1300 остается. Ну, печальная ситуация, да, когда Storm Spirit приходится первым артефактом собирать БКБ. Это говорит о том, что его контрят, и контрят очень плотный, и команда вся проседает. Ну, видно, это и по голде 6000, по золоту Empire проигрывает, по экспириенсу проигрывают 2,5. Na'Vi тут поагрессивнее, да и поинтереснее смотрятся, как ни крути. Команда Empire тогда еще... не была на том уровне, на котором она находится сегодня. 20 минут сыграно. У Tidehunter появляется даггер наконец-то. Маг с даггером, с аркан-бутсами. У Ванскора ничего вообще интересного. У Сайлента появляется Владмир, который тогда еще собирался без всяких хедресок. Ну и вот они, продолжение этих вспомогательных недоартефактов на Дума. Потому что Дум бьет... Дэмэдж получает, например, от Ауры Волчьей, которого он съел. Скорость передвижения он получает, и дамагу дополнительно он получает благодаря подожженной земле. Супер крутой дэмэдж и сайленс благодаря Думу. То есть выключать Дум может, главное, чтобы было время на все это. То есть до общего какого-то списка не хватает, разве что... я не знаю, разве что не хватает... БКБшки Думу. Ну, вполне может быть, что следующим артефактом Думу именно этот артефакт и будет собирать. Ну и, конечно же, здесь неплохо было бы какой-нибудь Guardian Greaves, но должно пройти еще минимум месяцев 10-11, чтобы этот Guardian Greaves был добавлен в доту. Ну и такой вот, такая вот супер аптечка, которая и дамажить может, короче говоря, перекачанная медсестра, которая на поле боя и башку оторвать тебе может. Хвост очень быстро справляется с Always on a Fly, прямо-таки хейтит лишака хвост. Как видит, он не слэш сразу же в него. Ну и правильно, нефиг. Без пульс новый лишрак. Это не те лишраки, которые сегодня у нас на мидлейне стоят и фармят по 40 тысяч за 10 минут. А потом вообще никого не чувствуют и просто идут и сжигают все на своем пути. Здесь такой якобы должен быть Doom, но пока что не очень-то прет. Сайленту 3-4, отрицательный КДА для мейн керри, ну это совсем нехорошо. Radiant's top tower has fallen. Ульта аппарата. О, резолюшн попадает. Резолюшн отсюда улетает. Резолюшн теперь стоять и просто тупить на тауэры. На фонтане, на собственном. А вот, кстати, Вингу никто отсюда не отпустил. Фаник прилетел через Оркет. Расковырял Vengeful Spirit. В принципе, что у нас? У нас повтор, поэтому можем и посмотреть, как это все было. Ванскор, ты паут будешь делать? Нет? Должен же. Да, Ванскор пытается сделать тэп-аут, но не уйдет у нас в итоге Ванскор. Точнее, он уйдет, но недалеко. Ванскора развалили, и Ancient Operation забирает этот фраг. 10-8 становится счет. Пупи, кстати, Dominating Streak 4-0-6. Ого-го. Кому отдали этого капитана? Кстати, капитана этого отдали команде. Он сам, правда, отдался этой команде, которая сейчас идет на первом месте по всем рейтингам. Все букмекеры, включая... нашего партнера Pinnacle Sports, все букмекеры ставят на Team Secret. И на Team Secret самый маленький коэффициент, как на победителя International 2015 года. Не знаю, почему не ЕГЭ. ЕГЭ на втором месте, кстати. И куда делись все эти рейтинги с Switchy Gaming, которые на первом месте идут? Никуда. Ну, понятное дело, что это все на месте не стоит, что это динамично, динамичные показатели, поэтому... Кто как сейчас играет, Вичи сейчас играли на уровне, конечно, ну, без особых каких-то звездных решений. Например, коллектив ЕГЭ сегодня играет в финале Dota Peak против Клауды. А коллектив Secret у нас в Китае на Mars TV подизнасиловал всех. Ну, отсюда, благодаря этим победам, и строятся все коэффициенты. Ну что, у нас все равно на повестке пока что старый матч Na'Vi против Empire. Empire просто делают в разных местах. Карты минус 3. Счет становится 13-18. По графикам 8,5 было в пользу команды Na'Vi. Сейчас глянем, сколько они отыграли. И закомбачи должны неплохо.
хотя бы на половину графика. Ну или на треть, это точно. Он сам ушел. Это по поводу пупе, конечно, он сам ушел. Еще бы не уйти в такую стартим. Конечно, он сам ушел, и к тому моменту, я думаю, прекрасно знал, кого он собрал уже, и кто будет с ним играть в одной команде, и что им светит. Пупей вроде как парень опытный и очень даже шарящий. $7500 Na'Vi выигрывает по золоту, по экспириенсу 1000 выигрывает Na'Vi. Ну, по золоту, кстати, тоже графики обновили. Шестерка в пользу NATO Svensson. Ну что, давайте глянем до следующего файта, перемотаем немножко. Пошли пушить игроки команды Empire. На Fly'е пока что выхода нет. Fly у нас самый агрессивный. Ну и Na'Vi тусят под собственным тавром, пока никуда не выходят. Ждут следующей агрессии от команды Empire. Silent уже по таврам. Тавр команда Na'Vi отдает. У Dendi есть Primal Split, у него есть Аганим. У него скоро появится Shiva's Guard такими темпами. У Dendi, в принципе, все хорошо. Он, как обычно, в обычной для себя манере играет агрессивно. И это дает свои плоды. По фарму Dendi на четвертом месте. Неплохой показатель для него. Resolution обогнал. Правда, Dendi немножко фаник на второй позиции. И на первом месте Silent. Но Silent неудивительно, что на первом месте есть Devar, есть Hand of Midas. Он тут должен выжирать. Все, вот, пожалуйста, БКБ на Silent. Просто потому, что вот поперло в такие полуартефакты. И не дэмэдж тебе, и не статы. Всего по чуть-чуть. Этого всего по чуть-чуть у Дума уже более чем много. Слишком много всего по чуть-чуть. Много по чуть-чуть, не так уж и много. Роха падает, и команда Na'Vi вообще здесь не чувствует сопротивления никакого. Гораша Наэгу подбирает фос, но его-то здесь, по идее, расковыряют. Ой, расковыряют. Не расковыряют, в смысле, а не расковыряют, потому что есть кому поцелить. Вокруг куча тиммейтов, да и хвост. Не такая легкая добыча. Через Бэйфьюри уходишь из зоны какого-то... какой-то атаки, какого-то стана, например, элементарного. А даже если на тебе Doom, в принципе, Джаггер не слабо бегает. Скорость атаки неплохая, скорость бега неплохая. Какие-нибудь саппорты его вряд ли догонят. Например, тот же Лешак. 370 у него, у хвоста 372. Ну, с включенными фазами поинтереснее. 429 для Джаггера. Это повтор. Ну и посмотрите на Лешрака того времени. Кто знал, что это будет машина для убийств через год, даже меньше, чем через год. Гёст Септер единственный из артефактов, который хоть каких-то денег стоит у Лешрака. Что сейчас с ним происходит? У него Бладстоуны, у него Октарин Коры, у него Хиксы, у него Момы. Ой, Момы. Не Момы, а ПКБшки, Шивы. Лешрак просто ходячая канистра с маной. Просто ходит и жжет всех. Пульс новый, аганимы, ну... Жесть вообще. Часто термоядерная станция, которая... У нас, я не знаю, или вулкан, извергающий лаву, к которому вообще нельзя приближаться. А тогда шаг используется исключительно как сам. И не сказать, что при Лешраку что-то серьезное добавили. Появились хорошие артефакты, да, которые на Лешрака заходят очень здорово. Тот же Октарин Кор. Ну, на Октарин Коре можно и остановиться. Остальное для Лешрака много пользы не приносит. Ну и просто так вот, как бы если объяснить самому себе, почему Лешрака не использовали как кири, я, например, не могу. Еще раз склоняюсь к той теории, что... просто не время было Лешрака. Не было моды на него. Была бы мода, а дотеры, ребята, модные в основном, и за тенденциями следят. Была бы мода на Лешрака, пикали бы Лешрака. Тогда была мода на Death Prophet, на Разора. И они решали у нас всю доту. Ты поедешь на TI? Нет, на TI, на этот я не поеду.
там слишком запутанная система бюрократическая, туда попробуй поедь. Там своя геймафия, которая просто так никуда никого не пустит. Ну что, команда Na'Vi уже ждет, когда бы Empire на лоу-граунд сюда спустились, чтобы просто ворваться и расковырять лица. Я думаю, что это не проблема. В принципе, у Джаггера уже есть 15-й левел, у него омнислэш, у него есть Аганин, причем Аганин не первым серьезным артефактом. Тут хвост должен летать по всей команде Empire. Кого зацепит, того и развалит. Так что это не проблема для него в принципе. Ну и все, пошел напиливать хвост по тавру команды Empire. Пока что дефает так относительно, без особого какого-то энтузиазма. Ну, вроде как от дефа. Ну да, это не сложно, в общем-то. Ремнант есть у Storm Spirit. Дэмэдж вливается, все неплохо. И пассивка тебе, пожалуйста, и сам по себе статик ремнант. Ну и резолюшн вместе с тем же Сайлентом крипами здесь просто завтракают. Пошла ульта у нас от хвоста. Сайлент половину хп потерял. Ну, хвост не так уж и много надамажил. Могло бы и больше. А, он еще продолжает. Он не слышит у нас месить. И хвост пошел напиливать по резолюшену. Будут ловить его. Тут, конечно, не хватает какого-то башера хвосту. Кстати, у хвоста есть АЭ. Хвост еще и с КП. И уходит отсюда хвост. И Сайлента ловят. И Сайлента закрывают. И хвост у нас вместе с... Хиллинг Вардом. В итоге команда Na'Vi забирает трех игроков команды Empire. Погоня за флаем. Тут пульс новый нифига, в принципе, флай не сделает. Самого 1200 хп. Это корм для того составчика, который у Na'Vi образовался. Это и Фурион тут с руки уже, который пилит по 200 с копейками. Это хвост, который тоже 100 с чем-то, но с потрясающим количеством дополнительного дэмэджа. И скорость атаки большая, тут же Blade Dance. Вылетают у нас криты по 200%. Конечно, если команда Empire у нас не в кулаке, если они не держатся вместе, а начинают разбегаться, то разваливать их и раскайтить для Na'Vi не проблема. И Na'Vi заходят по медлы. Крипы уже здесь, почему бы и не подслушать медлы. Не составили в покое, тут немного осталось у Тавра. С другой стороны, какая разница, что мид так мид. Все, мидлейн Empire потеряли. Вообще ни за что, ни про что. Просто слились где-то в лесу и, пожалуйста, мидлейна нет. Еще и вниз отправляется команда Na'Vi. Я так понимаю, что здесь где-то запахло ГГ. На мотив песни бутырки про весну. Тауэр, Ра у нас приземлились. Но это, конечно, это легкая наркомания. И разница между 14 и 15 годом. Ну что, омнислэш полетел у нас от хвоста. Это небольшой хвост тут. Нон-стоп юзает свой ульт. И ульт дает свои плоды. Винду забрали, лоу-хпшный резолюшн. Хвост начинает просто бить с руки по резолюшну. Резолюшн, бедняжечка. Хвост отставляет такой резолюшн на глиф. Никак не запрыгнуть. Фаник прилетает сюда, Фаник в БКБ. Сайлент без дума. И хвост у нас горит от флая. Хвост пошел за флаем, флая развалили. Лоу-хпшный хвост. Хвост без АЭКи. 6 тысяч на руках. Лоу КПшный Фаник. Всех тут потихонечку, понемножку. И Дэнди допилит ли Сайлента? По идее, должен. Дэнди с контролем проблем не имеет. Сайлент у нас на лоу ХП. Тут, в принципе, огненная панда могла бы доесть Сайлента. Не получилось. И в итоге Дэнди надо отсюда упрыгивать. Проблема. Дэнди делает догераут и валить, валить, валить. Энкор смешит. Мага свапнули Дэнди, Дэнди развалили. В итоге Na'Vi теряют здесь трех игроков. Кор героев. Это мидер, это оффлейнер и это мейн керри. Хвост, правда, с шестью тысячами на руках погиб. В общем-то, можно что-то крутое себе приобрести, но сам факт, что погиб. Камбэк тут, конечно, небольшой. Na'Vi, помимо того, что слились втроем, забрали у Империи одну сторону, забрали Т3. При наличии Фуриона допушить, например, здесь сторону не проблема. Прилетел, улетел, прилетел, улетел. Есть ли даггер? Нет, даггера нет у Фаника. Зато у Фаника есть Sight of Ice, у него есть Оркид. Тут БКБ есть. В общем-то, нормальное количество дэмэджа. Хорошая скорость атаки благодаря Оркиду.
Ну и контролить Nature's Prophet то тоже есть чем. Да и сам он не такой уж захитичный при наличии Black and Bar. Даггера появляется Diffusal Blade. Вот это да. Необычный артефакт, конечно. С другой стороны, юзать-то можно скиллы его мне слэша. Почему бы и не замедлить кого-то, чтобы не сильно бегал. Ну и Пупея развалили очень быстро. Резолюшн, правда, всю ману потратил. Хекс проюзал. Вообще теперь просто несчастный Резолюшн. Под Мистик Флеером, лоу хп-шный Резолюшн. Резолюшна убиваю. Пошел у нас от Мага Рэм. Вот, на лоу хп разваливается. Минус 3 уже делает команда Empire. Теряет хп здесь Винга. Винга автоверну. 3 в 2. Летает в ветрах маг. Фаник под БКБ. Получится ли Фанику подраться? Фаник отправляет у нас в хекс. Always on a fly. Fly лоу хпшный. Дэнди бегает за ним. Летает в ветрах маг. Фаника развалили. 4 в 2. 3 в 4 уже файт. Ну и кто здесь уцелел? Дэнди. Делает тп-аут. Ну, размес. Просто какой-то разнос вообще. Там в замесе для команды Na'Vi. Они давили-давили. А здесь, смотрю, фидят и фидят. Ну, нравится, пусть фидят. Почему бы нет? Их дело. Их дело. По голде Na'Vi десятку, по экспириенсу Empire впереди более 5000. Ну, счет вы видите, да, сокращается. 24 на 28. Правда, линии пушатся. Ну, пока Empire на своей базе, пока Na'Vi не атакуют, это, в общем-то, на руку им. Резолюшн уже здесь. Тут, в принципе, корм для резолюшна имеется. Сайт of Vice уже у резолюшна. БКБ есть, ПТ есть. И по звуку слышу, что кого-то здесь начали пить. Конечно, это не нравится Рохи, ну что поделать, такая дочь. Старый добрый Рошки. Малюсенький, аккуратненький. С небольшим входом туда. Как-то он здесь гармоничнее смотрелся. Да, с другой стороны, раньше все, и мороженое было вкуснее, и небо ярче. Классика. Я прям подъездная бабуля. 8 с копейками по золоту Na'Vi и по экспириенсу 7000 в пользу команды Empire. Тут Рошан не зарешал. Есть ли Аганим? У аппарата нет, еще нет у ПП Аганима, но близко он к этому артефакту. Осталось всего лишь 600 голды нафармить Пупею. 3600 у хвоста после Diffusal Blade. Diffusal Blade, кстати, ни разу хвост не юзал. Он его просто собрал так на всякий случай. Юзать не юзал. Аганим зато есть на Джаггере. Просто так теперь не отдаст. Аванскор ждет, кстати, своего звездного часа. Может, получится свапнуть хвоста, но уже... Нет, хвоста не свапнули, а можно было. Но у хвоста есть Аэго. Просто впереди Doom, чтобы сбить... А я хвосту, так он встанет и сразу умный слэш проюзает. Даже думать не буду. Там по таймингу попробую угадай вообще. Тем не менее, мидлейна, конечно, у команды Empire нет. Но и посмотрите, Doom очень часто в пиках залетал. Что мы можем к 2015-му извлечь из 2014-го. Doom залетал, и по фарму Doom на первом месте постоянно. Кираса есть для команды, Мека есть для команды, Владмир для команды есть, барабаны для команды у Doom есть. При этом Doom и сам не такой уж и слабый. У Doom 270 с руки, плюс криты, которые... вылетают каждый пятый удар и, в принципе, ДД дают. 200% это почти Джаггернаут. Только у Джаггера процент немножко повыше, 35. Крита каждый третий, а здесь каждый пятый. Ну,
Я не знаю, честно говоря, почему Дума сейчас не берут. Мне практически не могу найти себе объяснений. При этом герой хуже не стал. Герою Аганим еще добавили. Очень таки полезный. Refresh Rock никто на нем не отменял. Два Дума — это прям вообще смех. Половину команды ты просто в никуда отправляешь. Хвоста распилили. 70 секунд его не будет. БКВ от Nature's Profit, это чтобы не цепляли Nature's Profit. Начинает драться. Resolution, лоу хпшный. Resolution под сайленсом. Resolution разбивают. Маг юзает у нас Ravage. Фаника будут ловить. Сайлент, по идее, Фаника распиливает. Нави вчетвером отдаются. Дэнди здесь пятый. Дэнди не допрыгивает до клипа. Да ладно. Это просто тимвайп от команды Empire. Просто разнесли Нави в пух и прах. Счет стал 29-29. Нави тут придется мансить, что-то выдумывать, чтобы пропушить команду Empire. Потому что здесь, конечно, Empire, по идее, много отыграли. 10 они проигрывали. Сейчас глянем, сколько заплатили за этот тимвайп на 40-й минуте. Я думаю, тут камбэк из Real. Абсолютно. И Silent продолжает лидировать по фарму. То есть для Дума преград по фарму вообще никаких. Он проигрывает, он выигрывает даже у Фуриона. И так ни копейки выигрывает, а выигрывает почти, ну, 2500, в принципе. Что там у Фуры? Хекс есть у Фаника. У Фаника также Оркид, БКБ, ничего не поменялось. 3600 денег для Nature's Profit, ничего нового в принципе. Пупея поймали, Пупея сразу же в текс, Пупея здесь должны забрать. Подстафает у нас Пупея, Реведжа нету, мага, куда же ты полез на хайграунд? Ульта пошла вот с хвоста, Ванскор лоу хпшный, Ванскора убьют, убивает также здесь еще и Лишрака, двух саппортов команда Navi забрала. Ancient Operation, ульта есть, Пупея может зарядить ульту, ульта полетела. Попадает ли ульта? Да, ульта попадает в Silent, а Doom, скорее всего, здесь и останется. Минус 3 делает команда Na'Vi, никого не теряет по голде. Зарабатывает миллион, по экспириенсу 2 миллиона. Ну и можно идти, наверное, пушить линию. Скорее всего, так и сделает. 77 секунд не будет Дума. По мелочи тут не будет, правда, Лишака и Винги, но они не решают. У Дума есть байбек. 5-100 на руках у Сайлента. И Мека уже смешно смотрится. Барабаны смешно смотрятся на 42-й минуте. Зато есть Boots of Travel. Тогда еще только первого левела, потому что больше не было. Ну, барабаны, я думаю, что просто не очень. Продаешь барабаны и покупаешь себе Тараску. Пять пятьсот. Ну, конечно, конечно. Летающие кентавры, но это... это главная модная штука 2014-го. Зайти, конечно, непросто. При всех этих лишраках, при штормспиритах. Зайти не просто конкретно вот за счет давления крипов. Пачки крипов сносятся очень быстро, но здесь герои есть такие, которым нифига ты не сделаешь. Пожалуйста, хвост раскрутился через Blade Fury, подошел, надамажил. У нас барак развалился. Сейчас еще один Blade Fury, и заново заходи. Манта Стайл появляется у Джаггернаута. Дум уже здесь. Дум может ловить хвоста. Хвоста, кстати, на слит его поймали. Ревеч пошел от мага. Хвоста выталкивают. Хвост, он мне слэш провязал у нас героев команды Empire. Ну и здесь хвост просто за счет своих полетов половину команды Empire пополам разрезал. За Ванскором побежали. Ванскор в таверню. Дум сразу же байбэк. Сайлент провязал у нас прямо на Кура Дум. Ну и Кура выживает. И вообще Нави никого не потеряли. На третью сторону здесь уже Фаник. Фаник не сплитпушит, Фаникс с командой, а команда просто в это время развлекает своих оппонентов. Team Empire здесь послабее, чем команда Nine. Но мы видим, что в файтах Empire и тогда были достаточно хороши. Маг у нас проюзал, Refresher Orb, в Silence Маг у нас стан по двоим пошел. Пупей поймал Ravage, Ravage поймал Кура. Ульта от Пупея с Аганимом вместе полетела на мага. Маг в файт уже, наверное, и не вернется. Я думаю, что если Санта убивает, то это, скорее всего... ГГ в пользу команды Na'Vi. Третья сторона падает, дефать некому. Хвост съедает сыру.
Ну и в хвоста там или вложили сыр, или не вложили, я так не понял. Короче говоря, скорее всего, это ГГ, просто ждем вопрос. Ждем, точнее, надпись этого кросс-рейка. Что можно заметить? Команда Empire три раза делала Team Vibe на Night. Они хорошо дерутся, они сейчас хорошо дерутся, они тогда неплохо дрались. По фарму, конечно, Na'Vi помощнее, но Na'Vi, в принципе, тогда были помощнее чуть ли не каждого. У Na'Vi были кривые файты, у них не получалось в файтах организованно действовать. У Na'Vi были ошибки, безусловные, сейчас об этом уже можно говорить. Были безусловные ошибки по пикам, но там был человек, который нормально с этим всем справлялся. Подсказывал, кого пикать. Тренер, так сказать, коч. Вот, так этот коч, конечно... накочил так, что страшно было смотреть. А команда Empire ровно шла. Я думаю, что 12 место, вот я смотрю на этот матч, смотрю на игру против Na'Vi US, на тот же матч против Клаудов. Не думаю, что 12 прямо-таки заслуженное место. Можно было и повыше подняться, но для этого надо было реализацию поинтереснее и побольше. Ну, это уже такое, это уже прошлое, которое мы, в общем-то, и разбираем в нашей рубрике. Ну что, друзья, спасибо всем, кто наблюдал матчи сегодняшнего дня. Напомню еще раз, у нас подходит к концу 8-й выпуск Retro International. У микрофона был с вами друг, это студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. 8-й выпуск объявляю закрытым. Спасибо еще раз всем, что были со мной. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче, группа ВКонтакте. Везде-везде подписывайтесь, везде вам буду рад. Пока что меньше играйте в Доту, больше читайте книг. Услышимся.